Блин, ну... У меня, бля, я подумал, у меня стрим упал, потому что... Этот... Охуенная идея, бля, просто... Буду производить невидимые футболки. Ебать, пушка, я подумал, у меня реально стрим упал, нахуй. Вы просто зависли на секунду, я думал, блядь, что? Пушка просто... Печатаю, бля, печатаю. Ну, дорого будет стоить, ну, 2000 за футболку, думаю, бля, пиздато. Да, я Даша уже подарила, она сфоткалась в ней, блядь, очень понравилось, как сидит. Он не умеет тапать, сука. Что ты умеешь, блядь, вообще? Подмигни, если долбоёб. Так. А, Зиглад засчитаюсь, а Зиглад даст голову. Блять, опять он стоит стрелять, тот смог. Мне кажется, чтобы контрить славу, можно смог вообще в рандомное место кидать, он будет в этот смог стрелять. Бля, до конца раунда. Оставьте мне, мужики, я постараюсь всех сфармить. Один есть. Кто лайк не поставил, уёбок-ста. Сидит как влетая, согласен. Всем здорово, ребят. Мы на Твиче. А это значит, что... Ну, по картинке, которую я сейчас вижу, это значит, что меня разбанили. Вау, класс. Но красавчик, братан, поздравляю. Мы здесь за тем, чтобы снять ролик, который вам очень сильно нравится. Точнее, ебать, он ночью стрим... Картинки, которые я сейчас вижу, это значит... Он фулл ночью это записывал. Вы заметили это? Вы заметили, как он фулл ночью это записывал? Боёвал, тифу, саммит, бля. Что меня разбанили. Вау, класс. Но мы здесь не за этим. Мы здесь за тем... Извини, Низ. В смысле, за что? Извини, Низ. Это типа... Извини нас, типа, по-украински? Чтобы снять ролик, который вам очень сильно нравится. Точнее, ролик... Перед кем извиниться? Стоп. Перед кем извиниться? За что? Что я уже сделал? Даша обиделась? На что? На что? Озвучь. Озвучь. А, просто так, ну ты пошла нахуй. Рубрика «Донат за 100». Ребят, короче, я дал еще один шанс бутеру, потому что в конце последнего ролика, ну, он очень сильно расстроился, он сказал, блин, как так, я бы мог лучше. Я реально, я с собой, я расстроен. Не, я реально как крип ебаный сыграл, я же, блядь, ну я тебя такого, блядь, пососа не ожидал конкретно. Но я знаю одно, я знаю Славу, он не любит дигл и не любит стрелять вантапами, он любитель позажимать, его стиль... Зато так, как затупил, пиздец. Да я согласен, да у меня уже язык, блядь, устал просто. Каждый день извиняться, блядь. Это стиль кулачного воина. Потому что вот так вот он стреляет. Он кулаком стреляет, локтем, понимаете? И для него будет сложно. Для него будет сложно попадать в голову. Я надеюсь, вам этот ролик понравится. 60 тысяч лайков и новый ролик. И еще, кстати, спойлер. Бля, похуй, ради Вади, блядь. Вот это ебанат, блядь, в поисковую строку вставил этот. Блин. Ради тебя, брат, зайду я ради своего корешка Илюшки Эксайла, блядь. Зайду, поставлю лайки. Да, здорово. Только ради вас, ради Twitch FM я бы, блядь, даже не зашел. Скоро выйдет такой же самый ролик с Илюхой, но в Fortnite. Я надеюсь, вам понравится. Ребят, в описании ссылка вообще на мой Twitch-канал. Ребят, подпишитесь туда, там огромное количество контента. Это моя основа. И я хочу 1 000 000 подписчиков. Помогите мне очень сделать. И не забывайте подписываться на канал на YouTube, потому что... Ебать хочет, да хуя, дурачок, ладно, подпишитесь. Может, ну, чтобы вам уведомления приходили. Ну, ебаный сыр, блять, сука. Слава, последний раз на донат за скилл. Тильтанул. Даю тебе шанс. Берешь АК-47, стреляешь только вантапами. Так, еще надо написать самое важное, чтобы не поддавались. За каждый килл 1 000 рублей. Если будет лететь, это можно 30 плюс. Бля, честно, если бы он залетел бы ко мне в какую-то игру, донат за скилл, блядь, он бы нахуй обанкротился и закрыл бы эту рубрику в пизду, потому что его годовой бюджет бы просто улитумба сделал. Опа, опа. Спасибо, да, брат, я услышал. Как раз тут присяду, тут удобно в уголку, блядь, мягко, диванчик, блядь, все балдежно. Подмигни, если долбоёб. Так. Я чувствую, он сейчас обосрется, пиздец.
Рома, когда ролик... Ой, все, все, извинись, извинись. Спамьте ей, чтобы извинилась за кибербуллинг. Рома, размуйте. Давай, обидеть это же так просто, сказать что-то... Извини, пожалуйста, меня. Хорошо, я тебя извиняю. Правда? Нет, конечно, наебал, ладно, я ролик смотрю, извини. Поссать нахуй. Давай магу, наверное. Или кви, 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 кви. Уверен? Кинцуху взять, она лучше всех играет. Чё, братан? Ладно, слушай, я погорячился немного, извини. Да я и так наебал тебя, ладно, давай. Ты там чё, бля, подсунул? Блядь! С Алиэкспресс товаром, бля. Кто лайк не поставил, уёбок, стат. Здорово. Нормально, сейчас забатил. Так, ребят, ну чё, поехали? Не-не, я не хочу ехать, давай пойдём пешком. Я реально укачиваю, даже постоянно. Не, на машине... Помнишь, когда я тебя жёстко за затылок взял и ебать начал, бля, ебать тебя? Куколд, в смысле куколд, гений, колок я. Все, зовите меня только так. Где слово гений с большой буквы, чтобы оно выделялось. Колок можно писать с маленькой. Окей. Все качало сразу. Мужик, ебать, ты че? Ебать ходят, смотри, ебать ходят. Че она там написала? Я плачу. Я не слышу, как ты плачешь. Обижаешь меня, да? Что же, Даша? С тобой ясно. Случайно с Дмитрием Ликсом не знакома? А то, блядь, у вас, я походу... Я Ликсенёнок! А то у вас, походу, один учитель, блядь, по актерскому мастерству, пиздец. Вот, видите, я же говорил, Лексиненко, блядь, повсюду. Он распылил свою вот эту пыль по всему миру, вот. Да, я пыль, и что? Да так, ничего, хотел еще раз просто в этом убедиться. Могла 25 тысяч потратить на что-то другое. Чё? Ну, 25 тысяч, которые ты с Дмитрием Ликсом на курсы отдала. А я самоучка. На самом деле, Дмитрий Ликс меня, ну, понимаешь, самоучка, обучал. Самоучка? Да, я тоже самоучка. Mm-hmm. Пока в Москву не прилечу. О, ебать, он бы сейчас мог накрошить, слышь? Давайте поставим, давайте поставим, кто сколько думает. Сколько он сможет набить? Я думаю, 15. Я тоже хотел сказать, ребята, не поверите. Слушай, Вать, напиши... А, да. Говорю, напиши мне в чат. Напиши мне, тогда получается, куда в одноклассники, братан. Отъебал первый килл, нахуй. Был тэппинг? Блин, я не знаю, считать, значит, или нет. Давай, Гузлик! Ручное управление. Ебать, Димана, ты трясёт. Ты чё? О, давай. Блин, я очень хочу, чтобы... Ебать, это Тускан или чё? Он хотя бы 30-ку дал. Я, типа, не знаю, это будет жёстко. Рабочий мог. Какой-то он уёбищный тут, не? Мне кажется. Для меня Тускан это вот в такой стилистике даст, а такая пустынька такая прикольная. Размуйте, ну давай. Давай. Девочка из аниме. Вас трахает. Блин, он не умеет тапать, сука. Что ты умеешь, блять, вообще? Орать. Хорош. Один есть. Блин, а что Слава? Маленькие, такие вечеринки. Чтобы еще как там было. Ой, а кто это такое просыпается? Кстати, Даша, как ты относишься к тому, я прикольный ролик хотел посмотреть после вот этого. Где ты меня Наташей называешь? Нет. Да там, короче, да неважно, я его и так посмотрю, там какой-то твой старый ролик, там где ты гуляешь, что-то про чужих отцов говоришь. Ну ничего, ладно, все, я пошел, давай. Славина есть такое, в чем он ас вообще в КСе? Он Савика нормально стреляет. Савика? За каждый нюкбэнк, волбэнк, блядь, какой нюкбэнк. Да. Ну ты это осторожней показывай, то... Ну ладно, не буду говорить. Сам додумаешься. И замутилась нахуй.
И замутилась нахуй. На каждый был бэнк 5. Так это он за... Бля, похуй. Байт? Байт? Думаете, байт? Жал сейчас, да? А вот я испугался что-то. Ну конечно же, ты бомжара, блять. Не-не, давай, короче, делаем так. Давай, давай, ладно, давайте попробуем, чтобы Слава настрелял жестко. Давай с АВП. Блин, АВП это слишком легко, да? Это тогда не челлендж, это не челлендж вообще. Тапать прям, знаешь, прям жестко. Но у него 7 киллов, 2 из них вантапами. Бля. О, третий. Ну ладно, в принципе, неплохо он идет. 3 килла, если считать, что это 8 раунд, в принципе, неплохо. Катеров будет лучше. Там в ролике девочка сиськи показывает, правда. И ты вот этим решила меня переубедить не смотреть, ебать. Ну тогда смотрим стопудово. Нет. О, ну все, это сейчас пятый. Все, тогда не будет. О, сать нахуй улетело, блядь. Ну ладно, базара ноль. Типа, ему точно нельзя менять на АВП, потому что... Смотрите, и не только это, не только. Это не сработало. Значит, не только это. И против него играют крипы. Типа, Гинсуха, там вот это все, типа, блядь. Он так ставит, он всегда играет. Да. Бустер играет либо псайхом, блядь, в волбенге свои тренирует, либо он с юмпом в упоре стоит, блядь. Да. На мираже, блядь, долбоёб на комрах стоит. Жёстко. Блядь, кривая дура, блядь. Слушаю. Ты самый лучший, Рома. Самый хороший, самый милый. Самый добрый. Никогда меня не кибербулишь. Спасибо, Даша. Я знаю. Там айзу, блядь, там вообще, там кроме строгой бисекса никого вообще нету. Там нет айзу, ты хантик. А, ну хантик тогда еще хуже, чем айзу. Да, я этого хотел сказать. Не в обиду школьнику, не вставляйте, пожалуйста. Да не, похуй вообще. Там не за гибербулит, своими сериалами. Бля, ребята, тут такое дело случилось, походу мы не посмотрим тот ролик, блядь. Походу не посмотрим тут какие-то дела случились. Не-не, это не связано с тем, что она тогда сказала, это серьезно. Блять! Еще... Рома, что-то из того, что я перечисляла, кстати, вранье. Как думаешь, что? То, что я тебя никогда не кибербулю? Даже не знаю. Так я тебя никогда не кибербулил в жизни, честное слово. Правда? Серьезно, вот когда я тебя последний раз кибербулил, скажи? Ну? Он голову попал. Нихуя. Шкалер ебанулся, нахуй! Ебать, он у него... Да я смотрю видео. Пиздец, шкалер, я ебу, нахуй, блядь. Своего, блядь, кемельки напился на перемене, блядь. Кушай, уработал. А, Зиглад засчитаюсь, Зиглада с голову. Да, да строго, но он типа раньше выключит. Батя, он настрелял в пенис. Ой, пора не так часто материться, что ты сапожник. Да ничего страшного, хуйло. Еще металка полетела, братан. Все, улетел. Начинается игра. Найс, смотришь, не понимаешь, о чем речь идет. В смысле, не понимаю, я, блядь, видел это. 15 киллов он набил, 30 в сумме вроде где-то так, 15 вантапов. Что я, блядь, не смотрю? Вы смотрите, вы хотели смотреть, а я все видел своими глазами. 3 килла. Ну, конечно! 16, да похуй, ну, блядь. Какая строга, блядь, залупа, сука, блядь, сырная, блядь. Ёба, блядь, носорог, нахуй. Ой, я тут плечо. Ёбаные стены, блядь. И просто всю весь рожок въебал, перед ним 3 килла стояли, блядь. Хорош, калаш нужно взять. Ну, конечно, блядь, зажиматор, ебаный школьник, блядь. Давай, Диман, открывай. За Димана бить. Сейчас открыл. Прости, а что вы передо мной извиняетесь? Я же вам ничего не сделал. Ну ладно, я понимаю, вы передо мной извиняетесь, но как всегда, дефолт. Ладно, я вас прощаю, ребята, я вас прощаю. Можете не переживать. Пацаны, калаш, можете подогнать? Потом как-нибудь договоримся, сосать. Раз так, чат, мне нужен тогда новый парень, раз вы это собираете. Раз вы этого забираете, кто хочет. Ребята,
буду, что проебали, блядь, бабки поделим, блядь. Бля, может, еще одну ему карту? Пацаны, Юечка ушла, больше нету, больше не будет сегодня, блядь. Подать, ну это прям слишком плохо. Вот я хочу типа с Илюхой перезаписать ролик, потому что Илюха тоже там в конце немного расстроился. Илюха делал конечно, больше контент. Конечно. Типа я хочу, чтобы Илюха именно это запотел. Один. Какого-нибудь фонейс. Два. Ух, блядь, рука его, ебаные пальцы, блядь. У меня твоя такая же хрень, я постоянно по трупам стреляю. Это что? Девять. Ладно, как получится. Кто идет? Да, там генсуха, бля, вот генсуха. Курочка, бля, слышно, сетка, блядь. О, еще и вантапом. Ну, кстати, десятка есть. Я в дискорде в прихожей Ромы, забегайте. Алло, блядь! Алло, нахуй! Чтобы она охуела, ребята, ссылочку кидаю. Не, изменить ссылку приглашению. Стареет никогда. Максимальный крест. Я вам скинул ссылку на Discord чат. Ебать, полетело, прикиньте. О-о-о, ебаный. Чего нахуй? Ебать! Охуеть, я не успеваю листать. Ебать, вы видели, оно просто полетело. Кинул ссылку в чат. Охуеть. Размуться и зайди на 0,1 секунду. В пизду! Смотри. О, блядь, смотрите, сидят. Хуяк. 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 Ебать, угар. Смотри, убегает. Да куда там, блядь? Да куда, блядь? Да куда, нахуй? Никто не убежит, блядь. О, блядь, съебалась. Куда ты убежала? Давай обратно, блядь. Нет. Пизда. Я в ахуе просто. Да, сейчас я... Бля, обосрался нахуй. Оставьте меня, мужики, я постараюсь всяко сфармить. Сейчас будет так фарм смотреть. Пиздос, там миллиард людей нахуй. Сайте, наверное, блин. Ссылку на диз в чате скинул. Бля, какая же строго поставила, ебаная. Мне дискорд лагает, пиздата долбоеб. Да ебануться там просто. Охуеть, у меня теперь тоже лагает. Оно не работает просто. Боди, какая же мразь, бля. Да пошел нахуй вообще, слушай, просто. Так, Диман уехал. Пиздос, у меня нихуя не отображается уже. Пиздос, у меня нихуя не отображается. О, один. Упаковка есть? Упаковка. О. Сейчас, блядь, дискорд просто. Хорош. Хорошо. 14. Вот Твич, вам сейчас посмотрим. За руку нож в чате, там человек написал хуй за руку. Блять, опять он стоит стрелять просто. Блять, что у него за болезнь такая? У них как баны были, я осуждаю любые плохие высказывания. Я не, ну, не поддерживаю никак это и вообще против всех вот этих, блять, оскорблений кого-либо. Я за мир во всем мире осуждаю. Вот. Все, я против всего этого. И мой чат тоже все это осуждает, кстати. Мы, никто из нас не поддерживает это. Кажется, чтобы контрить Славу, можно смог вообще в рандомное место кидать, он будет в этот смог стрелять, бля, до конца раунда, пока он не проснит. У него триггер на смоке. Ты ебан, блядь! Сука, веник, блядь. Седой, блядь. Бля, мне надо еще бабок поднять. Сколько бы я набил вот в такой игре вантапами? Мне просто интересно. Но для меня вантапы это довольно привычная стрельба, типа. Ебать, повыебывался. Для меня вантапы довольно привычная. Я вообще вантапер, блядь, если вы не знали.
Ну конечно, конечно, блядь. Сука, блядь. И хули вы все стали? Побежали на коты просто. Ну я же говорю, спасибо, ребят, спасибо, уебки, блядь. Боже, Зарк, такое говно на фоне Гузлика. Понимаешь, что не очень вовремя, я тебе говорю, Казарк остался 1-2, блядь. Ну его шанс... Ссылка не работает? Ссылка на Дискорд в чате. Там, блядь, они постоянно оффаются, эти ссылки. Это выиграть целый настолько минимальный, блядь, что вообще похуй, блядь. Ходящий. Блять, может он ёбнулся, слышал? Вот этот раз вообще неприятно. Осуждаю, осуждаю. Даша обиделась на что? Аквамен, блядь. Ладно, спину. Аквамен, дай коллаж, блядь. Блядь. В смысле обиделась? Было, по-моему, меньше. Думаешь? Бля, Ром, привет. Мне говорят, что ты оби... Мне говорят, что ты обиделась. Нет. Точно? Я на такую фигню не обижаюсь. Я только что тебя фигню назвала, кстати. Как тебе? Теперь я обиделся, все, баба. Спасибо. Бля, я сказал 15, вот 15 минут четко, один килл дал за 7 раунд. Бля, Слава, это вантапер такой, я ебал. Пизда, как же там дискорд висит. Я же записываю второй ролик. Бля, я хочу просто посмотреть, сколько участников сейчас в дискорде. 7300. 7300 участников, охуеть. Алексей, он говорит фразу. Что, в ДС нахуй? Пиздец, ДС нахуй. Так. 3К в сети, пиздец. Красавец! Красавец! Давай, давай, отправляйся уже, боже мой! А было? А хуй знает. Нет, 2К точно не было. Там было, ну, тысячи 3-4 точно. Зачем нахуй ты скинул? Да похуй. Отправилась, блядь! Слава нахуй яйцам, блядь! Здоровым нахуй, огромным таким, блядь! Приди, блядь. Нет, не 2300. Хорош, красава. Бля, по сути, можно теперь Дискорд развивать, блядь. Ссылочка в чате, ребята, залетайте. Каждый день сидим, общаемся. Короче, ребят, ладно. Давайте, если на этом ролике соберется 70 тысяч лайков, то... Там столько в чатах. Я просто не знаю, что им еще легче делать. Ванта, дигл сложно. Не, без рофлов мы иногда так делаем. Мы заходим в Дискорд, пишем everyone, блядь, типа, важные новости, и все залетают в прихожую. Вантапы сложно, блядь, ну, типа, дойти уже до просто до ВП киллов. Нам только в прихожей общаться, блядь, надо... Надо будет, знаете что, сижу, ищу себе парня в Дискордике. Вот, ребят, по ссылочке залетайте, блядь, к Даше. Угу. Парня, блядь, ищет, конечно, нахуй, сейчас тебя забаню там. Сейчас там забаню тебя. Блять, или что? Может вообще попросить просто всех АФК стоять, чтобы он типа гораздо больше сделал? Ну короче, ладно, спасибо, ребята, огромное, что посмотрели. Спасибо Илюхе и Карабусику, Барабусику за то, что поселились со мной в ДС. Все, ребят, всем ББ. ББ, всем пока. Пока.